Добрый вечер. Решила сделать сыр. Вот у меня 6-литровая кастрюля, 6,5. Налила молока, подогрела. Подогрела я сильно. Примерно 40 градусов. 42-43, вот так вот где-то. 40 с чем-то. Сейчас посмотрим с чем. Наверное, больше. 43. Ну, 44,8 получилось. Так, убираем щуп. Сейчас я возьму такую вот заправку, ну как, не заправку, а как она, закваску. Углич. Она у меня тут слегка намоченная. Я ее ложкой мокрой залезла, намочила. Но ничего страшного. Я рассыплю его вот так наверх. Эту заправку. Она разойдется. Закваску. Она сейчас постоит. Ну, минут 5-10. На теплом молоке начнет работать. И я вот в такое количество воды, ну, примерно грамм 50, положила вот такой вот сычужный фермент, порошок животный. Его я положила 2 ложечки. Вот такие вот 2 ложечки. Они 0,2. Не обмануть бы вас. Да, они 0,2 миллилитра. Ложечка эта мерная. Я их положила 2 штучки. Сейчас 5 минут пройдет, разойдется наша закваска. Будем заливать сычужный фермент. И замешивать. Так, ждем. Постояло наше молоко. Теперь мы будем добавлять сюда, надеюсь, через край не побежит, наш сычужный фермент. И будем размешивать. Очень хорошо размешивать, тщательно. Так. Так, хорошо размешиваем. И будет у нас стоять это все, пока у нас не образуется сгусток. Снизу вверх размешиваем, чтобы все перемешалось хорошо. Ну все, и оставляем образовываться сгусток. Так, что-то картинка опять нечеткая. Так, вот наш сгусток образовался. Да что ты не хочешь четкую картинку показывать? Вот. Вот он такой вот. Теперь мы его вот так режем кубиками. Так, вот это вот все порезали аккуратно.
Сейчас я включу газ и буду прогревать. Так, порезали, включаем газ. Так, включилось. Сейчас я буду сцеживать. Сыворотку слила. Будем сам сгусток перекладывать сюда на марлечку, чтобы стекало. Ну и все, теперь оставляем стекать. Сейчас маленько отстоится под собственным весом. Стечет. Мы его потом перевернем. Будет у нас к Новому году сыр брынза. Ну, оставляем. Через часочек. Проверим, что с ним будет. Вот наш сыр отлежался. Отпрессовался. Вот еще влаги сколько выбежало с него. Такой вот он красивый получился. Ну, сейчас я его еще до утра оставлю лежать. А потом в вакуумную упаковку или так положу подсыхать. К Новому году будет сыр готовый. Будет вот такая красота, вкуснота. Ну вот так вот. Сейчас посмотрим, сколько весом получился. Это у нас было 6 литров, отсвечивает, молока. Из него получилось 925 грамм сыра. Ну, я считаю, нормально. Молоко было коровье, домашнее, жирное. В общем, вот так. Делайте сыр. Домашний, полезный. Всем пока-пока.